Добрый день, меня зовут Лысенок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся с вами в Турции, в регионе Мармарис, в городе Мармарис. Мы будем с вами инспектировать отель Casa de Maris, Resort and Spa. Ресепшн небольшой. Ресепшн. Интересная карта. С Эгейским побережьем. Вот он весь ресепшн. Отель городской на второй береговой линии. Номер 1235, стандарт Sea View. Ванная комната здесь открытая, она соединена с комнатой, сразу вот здесь душ. Душ тропический, с окошком в спальню. Раковина находится прямо в комнате. Одна большая кровать, есть фен. Давайте я вам сделаю круговую панораму. Здесь или плитка, или паркет. Похоже на плитку, судя по всему. Вот видите, здесь раковина сразу. Балкон средних размеров. Два стула. Стол. Вид на территорию. В принципе, вот у нас вся территория. На море. Он, в принципе, на первой береговой линии, через променад находится. Чайный уголок, плазменный телевизор, все есть. Кровать выезжает, матрас 12-12, стандартный номер с кроватью, которая выезжает сбоку. Номер такой же, как и стандарт, он одинаковый, сейф, чайный уголок, то, что я там слабо снял, вот холодильник, плитка. Одна большая кровать, одна маленькая. Душ тропический. И видите, здесь еще есть матрас, который вытаскивается из-под кровати. И получается, что здесь может 4 человека быть. Вот этот матрас. Вот кровать и сбоку. Балкон вытянутый, большой. Территория соседнего отеля. Здесь у нас на сад, на соседний отель, на дорогу и боковой вид на море, на горы. Вот он. Если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысенок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Viking Touristic. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.